Очередная юбка, которой я хочу вам с вами поделиться, показать. Вот такой очень-очень, как говорится, ленивый вариант для ленивых. Вот эти два полотна, передняя и задняя планка, они просто связаны прямо на машине, на любой вязальной машине. Или руками, как угодно. А между ними, между этими планочками навязана вот такая сетка. Видите? И сделан вот такой поясок, тоже уже с известной вам сеточкой по изнанке. Резинка вставлена. В принципе, получается эта юбка на любой размер. Видите? Стретчевый эффект имеет. Кружево, оно растягивается, да, по бедрам. То есть здесь растягивается. То есть у меня размер 44, допустим, да, 66-90, 60-90-60, да, или как-то там 90-60-90, ну, неважно. Главное, что оденет эту юбку и 46-го размера девушка, и 42-го. В общем, сюда можно навязать любое кружево. Вот. Такие варианты, ребята, вяжите, творите, дерзайте. Я вам желаю успехов. Павлю Светлана.